Здравствуйте, дорогие друзья, мы с вами сегодня в магазине «Фамилия». Это Москва, Новое Касино, улица Салтыковская, 49А. И давайте с вами поищем тут какие-нибудь классные и интересные товары. Начнем мы сегодня с кружечек. Посмотрите, какая классная, за 200 рублей. Приятная форма и красивая расцветка. Такая нежная, 450 миллилитров. Вот такая в горошек тоже мне приглянулась. Интересная. 250 рублей, 540 миллилитров. Помните, недавно я приобрела в зеленом цвете вот такую кружечку за 200 рублей? Здесь есть еще вот такой серый цвет. Форма отличная, они очень пользуются спросом, но, к сожалению, вот этот цвет мне не нравится. А так бы забрала, конечно, тоже. Вот такая есть тоже интересная кружечка. 300 рублей. Тоже какая классная. 159 рублей. Наборы от Босс Молокосос, я так понимаю, этот мультик. Да, да, все верно. Здесь кружечка и игрушка. 500 рублей стоит такой комплект. Смотрите, какая прелесть. Кофейный сервиз. 12 предметов, 6 блюдечек, 6 небольших чашечек для эспрессо. Вот такие они крошечки. Стоимость сервиза 400 рублей, 399 без рубля. Какая еще классная синяя кружечка, 300 рублей она стоит, 630 миллилитров кубочонок. Мыть ее только как? Это только для девочек, у кого тоненькие ручки. Не все пролезут, мужчины точно не смогут помыть такую кружку. Вот такая новогодняя, как вам? 259 рублей, 600 миллилитров. Еще такой вариант, 300 рублей, 450 миллилитров. Что хотела вам вот такой показать, необычной формы, она такая как будто мятая, 259 рублей, 600 миллилитров. Яркая, классная. Смотрите, какая еще прелесть, пара кружка и блюдце, 159 рублей, очень классная. Также на этой полочке мне приглянулись вот такие свечи в баночке, 249 рублей. Легкий приятный аромат кокоса. Смотрим с вами, что тут еще есть интересного на этом стенде. Вот такая корзинка, стоит она 2000. И это, я так понимаю, водный гиацинт. Очень классная. Интересная такая корзинка. Второй вариант. Такая стоит 2500. Ну, замечательные. Вместительные. Можно под игрушки, ну, или под какие-то свои нужды. Например, текстиль, как нам предлагает фамилия. Что тут еще есть? Такая классная фоторамочка. Не дешевеют они. Вот очень мне нравятся, но не дешевеют. 1300 также стоит. Вазочка от Liberty Jones. Вернее, это не вазочка, это целый графин, как нам указывает производитель, стоит 1300. Но это бренд известный. Вот такой он классный. Донышко тяжелое, сверху стекло тонкое. Фины попроще. 280 рублей. Милый салатник в осенних красках, 179 рублей. Есть побольше, 259, и тут две расцветки. В обзоре я вам показывала свечи, губы и так далее, да? Появились еще вот такие домики, это уже к Новому году отлично подойдут. «Милый дом» называется свеча, 149 рублей. Есть вот такая вот свечка, кстати, мы ее смотрели с вами вот в такой вот упаковочке. В розовом цвете она стоит сейчас 50 рублей, а вот это 159 рублей. Клубочек. Аккуратно ставим назад. 159 рублей. Еще вот такая свеча. Ракушка. Ракушка, конечно же, ракушка. Сейчас меня все будут поправлять. 159 рублей свеча Пикассо. Или Пикассо. А вот такая вот свеча-столбик. 249 рублей.
И вот такая вот еще красавица в упаковочке. Свеча куб. 400 рублей. Полочка декоративная, называется «Облачко». 50 на 27 сантиметров. Это Тоснинский район, Ленинградская область. Выполнена из фанеры. 400 рублей. Вот такой вот вариант полочки. Вот это такая тяжелая, прям еле держу в руках. Давайте я ее немножечко положу. Мы с вами посмотрим, сколько она стоит. 600 рублей лесенка. Вот такой вот простенький вариант. Здесь у нас получается кактус. Да. И кактусенок стоит 250 рублей. Много шкатулок бархатных. Два размера, большая, маленькая. Давайте с вами заглянем. Вот так вот выглядит большая. Под кольца отделение. Есть вот такой вот кармашек. Зеркала нет. 1500. Мне кажется, дороговато. За 1500 могли бы зеркальце внутрь точно разместить. И вот такая вот малышка. Тут выбирайте. Что-то пошло не так. 400 рублей. Нет, она не стоит 400 рублей совсем. Это картон, обернутый бархатом. Все. Но это не 400 рублей, нет. На мой взгляд, нет. Смотрите, еще какие новенькие я заметила на входе были на стенде. Подсвечники. Да, вот сюда свечки ставить надо. Очень красиво это будет все выглядеть. 1000 рублей стоит металлический. Здесь, конечно, надо все-таки, мне кажется, ждать каких-то акций, распродаж. А вот такое вот еще украшение настенное, 400 рублей, макраме. Кто сам не может сплести, пожалуйста, можете приобрести. Или нет, например, времени, почему бы нет. Вот такая красота. Ой, смотрите, какую свечку нашла. Кто-то спрятал. Всего лишь 99 рублей. Вот реально она стоит спрятанная. Может быть, сотрудники магазина спрятали. 300 рублей. Вот такой парфюм для дома. Здесь пачули, пион, гуава. Только такой вариант. Да, три варианта у нас. Вернее, три набора. И все они стоят 400 рублей. А аромат один. А вот такой вот. Это что-то, мне кажется, прям из фикс прайс. Но бутылочка очень красивая. А напоминает прям то, что в фиксе сейчас продается. 300 рублей стоит парфюм. Волнующая страсть. Роза, шафран, миндаль. Еще один вариант. Пион, подснежник, лемонграсс. Мне кажется, вот этот мне больше бы понравился. Не люблю я розу. И вот такие вот малыши есть. Гортензия, апельсин, белоцвет, персик и маракуйя. Да, все. Они стоят... Сколько же они стоят? 230 рублей. 45 миллилитров. В прошлом обзоре мы с вами смотрели вот такие чаши. В нашем магазине, но, к сожалению, они были все плохие. Здесь есть чаши еще в красном цвете. 500 рублей всего лишь стоит. Называется форма для запекания, но, на мой взгляд, это все-таки чаши для смешивания. Ну, здесь тоже. Вот я прямо видела, захотела красную, но тут какие-то дефекты. Еще есть одна, она тоже с дефектами. Вот здесь прям скол откровенный. Очень жалко. Еще смотрите, какие формы появились. Большие, классные. Керамические. 680 рублей они стоят. Два цвета. Красная и голубая. Красная и голубая. Смотрим с вами еще, что тут есть интересного. 549 рублей. Салатник 300 миллилитров. Разные цвета. Здесь зеленая в упаковке. Зеленый цвет. Такие бокалы. Цена 679 рублей. Ну, вообще, на самом деле, стекло-то... Ну, на картинке выглядит красиво. То, что я вижу сейчас через свою камеру, да, очень красиво. Но на самом деле нет. Нет, нет и еще раз нет. Ну, это, на мой взгляд, конечно же, эти бокалы найдут своего покупателя, который будет ими очень-очень доволен и рад, что нашел их. По 200 рублей вот такие органайзеры, они держат форму. Это, ну, что-то типа фетра.
Есть еще вот такой вот вариант розы. И третий вариант для детской комнаты. Смотрите, какие милые жирафы. Какие детские мелочи сюда складывать. И косметику детскую. Ну, в общем, классные. Мне понравились. Какие свечи. Вау, вот эта форма. 159 рублей. Просто шикарно. Вот эти малышки еще есть в продаже. Распродают, но все равно цена 419 рублей. Хотя, мне кажется, они столько стоят. Это же корица. Что тут еще? Какие банки жестяные. 300 рублей большие, классные. Кстати, для тех, кто покупал вот эту вот коллекцию в фикс-прайсе, подставочки по чашке, помните? Тоже отлично, можно прям целую коллекцию себе собрать. Стакан вот такой вот замечательный, стеклянный. Есть держатель силиконовый. 400 рублей, два цвета. Вот такие баночки мы с вами видели. 200 рублей, красивые. Какие стаканы от Luminarc. Очень симпатичные, в розовом цвете. Есть еще вот такой вот вариант. Мне вот эти больше понравились. Но тут опять же на вкус и цвет. Ищем с вами цену. Почему нельзя где-нибудь, не знаю, сверху налепить? Почему надо переворачивать? Прям боишься. 500 рублей. Тут вдруг разобьется все это, да, или выскочит. Посмотрим с вами, что здесь сегодня в формочках есть. Ну, вот из малышек вот эти еще остались. Розовая одна. За 400 рублей. Черненькие есть. Серые, зеленые тоже есть. Вот такая малышка 279 рублей. Здесь комплект. Три штучки. 450 рублей. Покажу вам их. Ой, тут не три, тут их 6 штучек. Да, мы в фикс-прайсе с вами приобретали подобные соусницы такого же размера, но там материал немножко другой. Здесь чуть-чуть получше, мне прям больше нравится. Наверное, потому что те все-таки соусницы в фикс-прайсе были, а здесь форма для запекания. Тут немножко другая история, но классные. Есть новинки от KitchenAid, радуют они нас вот такой формой. 14 на 19 сантиметров, 0,8 литра. 700 рублей. Есть формы металлические, разъемные, но это, конечно, качество. 24 сантиметра диаметр, это даже неоспоримо. 900 рублей. Я приобретала вот такую форму. Я приобретала противень, мне очень нравится, с удовольствием вам их рекомендую. Приходите, забирайте. Сколько стоит? 900 рублей. Также это очень дешево. На маркетплейсах в два раза дороже. И еще есть от KitchenAid вот такая формочка. Или что это? Сейчас мы с вами разберемся. 700 рублей. Это комплект из трех вот таких вот формочек керамических. Причем они двуцветные. Видите, сверху прям такая беленькая-беленькая. А снизу такой кремовый оттеночек. И первую вам покажу. Она такая же, как вот эти малышки. Двуцветная. А за 300 рублей можно приобрести вот такой вот набор печатей для печенья, ну или для пряников. Новогодняя тематика. Три штучки, три насадки. Так, посмотрим с вами следующий стенд. Чайник 1200 миллилитров, 1300 рублей. Почему-то он без крышки. Так и должно быть. По-моему, дорого. Какой заварочник? Я из такой коллекции в прошлом году, вернее, не в прошлом году, по-моему, это весной дело было, да? Купила графин. Очень мне нравится. Классный, замечательный. Сколько же он стоит? Ценника нет. Нету ценника. Вот как-то. 900 рублей. Еще вот такой вот чайник на 1000 миллилитров, но тут хотя бы уже с крышкой. Не хватает ситечка, да? Вам не кажется? Что-то тут явно пошло не так сегодня с этими чайниками от этого бренда. Так, тут что-то новенькое, что-то интересненькое, такое блюдо. Vivo. Блюдо стоит 1000 рублей. Вау.
На верхней полочке спряталась доска сервировочная, вот такая интересная. 280 рублей она стоит. Ну, это прям дерево-дерево. Еще с декором. Классная. Встречу мою дальше. Мои зрители найдут. Так, а вот такая вот тарелочка. 15,2 квадрат. 600 рублей. Акация. Это что-то такое симпатичное, красивенькое. Тарелка 27 сантиметров. 350 рублей. Это прям такой восточный стиль, да? Смотрите, какие еще супницы по 350 рублей. Серенькие, беленькие. И в прошлом обзоре мы с вами смотрели тарелочку. Вот такую же тоже. Со снежинками. Здесь прям целое блюдо. 27 сантиметров. 360 рублей. Очень классное. Качество чувствуется. Да, за эту 360 рублей тарелочку не жалко отдать. Пиалочки еще в продаже. Такие маленькие. 10 сантиметров. 300 рублей. О, еще мои есть тарелочки. 400 рублей. Я такую себе приобрела. И очень-очень ей довольна. Это теперь моя любимица. Смотрите, сколько много совочков с метелками, с свинечками. Сколько они стоят? Цен нет или есть? Чтобы увидеть цену, надо все перевернуть. 600 рублей стоит такой комплект для уборки. Цвета разные. Девочки, вы только посмотрите на эту прелестницу, спряталась от нас. 500 рублей. Вот такая баночка с бамбуковой крышкой. Но легкая, легкая. Есть вот такие минажницы, контейнеры для еды. 180 рублей. С собой на работу брать два цвета. Стеклянные. 109 рублей всего лишь. Есть парад. Вот. Это классно за такую цену. Такие квадратные за 300 рублей. Тоже с парадводом. Но уже подороже получается. С розовыми крышками 169 рублей. Шабахче. Здесь без парадвода. Есть больше объем. Этот контейнер 520 миллилитров, 350 рублей. И вот такой вот 400 рублей, 800 миллилитров. А есть, смотрите, какие классные, с зелеными крышечками. Тоже с парадводом. 410 миллилитров, 300 рублей. Прямоугольная. 450 рублей, 1040 миллилитров. И круглые вот такие контейнеры. 300 рублей, 420 миллилитров. Там есть еще побольше объем. 660 миллилитров, 350 рублей. Очень классные. Еще третий объем. 680 миллилитров, 350 рублей. Целую коллекцию можно собрать. Прям будет здорово. Еще понравилась вот такая баночка стеклянная, тоже с бамбуковой крышкой. 170 рублей. Малышка. Большие банки квадратной формы с круглой крышкой. Банка стеклянная, 400 рублей. Литр 250 миллилитров, а есть литр 750. По 70 рублей салфеточки из микрофибры. Два цвета. Размер 28 на 28 сантиметров. Китай производитель для уборки. Мягкие, классные. Смотрите, какие еще есть баночки для хранения сыпучих, но здесь пластик. 250 рублей на литр стоит баночка, и есть поменьше. Тоже прям можно взять все 8 штучек, будет классный комплект. 219, конечно, это будет недешево. Кстати, возвращаясь к тому, что в последнее время появляются надписи на русском языке, вот такие вот контейнеры с надписью «Верь в себя». 200 рублей такой ланчбокс, 0,5 литра. А за 100 рублей можно приобрести вот такие контейнеры. Реально 100 рублей, девчонки.
Прям даже не поверила. Есть за 100 рублей еще и с лимончиками, то даже объем побольше. 1,5 литра. И нежные салатники 240 рублей. Согласитесь, классные. А еще есть вот такие замечательные кружки-супницы, 200 рублей, они стоят 2 цвета. Есть еще третий, но мне кажется, он вообще как бы не из этой коллекции, хотя форма точно такая же. Вот как тут пройти мимо? Ну, правда, это пластик, 250 рублей, а крышка бамбук, а баночка пластик. В продаже есть гибкое стекло с рисунком. Рисуночки разные, разнообразные. 1 м на 60 см. Так, а по цене 450 рублей. В другом магазине мы с вами смотрели вот такую классную кухонную коллекцию. А тут есть, посмотрите, какой классный цвет. Кофе с молоком. Ложечки есть. Как шумовочка, обычная ложка. Все. Мятные есть вот такие лопатки. Все, больше не вижу ничего из этой коллекции тут. Ножи от бренда Apollo. Вот такой вот небольшой для овощей. Деревянная ручка, цельное полотно. Ну, цена, конечно, соответствующая этому качеству. 400 рублей. Так, есть еще от этого же бренда вот такой вот ножичек. Тоже цельное полотно, но мне тот нож больше понравился. 250 рублей. И вот такой тоже классный нож. Здесь ручка Soft Touch. Он стоит 300 рублей. Ложка для мороженого. 130 рублей. Вот такие ложечки. Коктейльные, чайные длинные написано, но мне кажется, все-таки коктейльные. 280 рублей три штучки. Тяжелые, качество чувствуется, да. Консервный нож 350 рублей. Что еще тут вам показать? Покажу вам такие терочки рашпили 300 рублей. Тоже хорошая. Ручка удобная, прорезиненная. У кого еще нет, приобретите себе. Очень классная вещь. Сыр интересно натирает. Ой, какая щетка. 250 рублей. Тоже классная, посмотрите. Планета Эко. Комплект дуршлаков. 1900 рублей, две штучки. Компактное хранение. Так, а эти еще не... А, распродают уже, да, 759 рублей. Но цвет оранжевый мне не подходит. А так бы взяла. Посмотрите, сколько соковыжималок на любой вкус и цвет. Хотите со стеклянной колбой 200 рублей. Здесь тоже стекло 230 рублей. Разные цвета. Вот такой вариант 180 рублей. 200 рублей. И пластик. Тоже 200 рублей. Текстили меня сегодня заинтересовали. Прям вот издалека понравились вот эти. Комплект подушек, да? Две штучки, да, сидушка. 400 рублей. Серый цвет. Слушайте, а это класс. Они же натягиваются прям на табуретку круглую. Это супер. Да. Еще очень понравились вот такие подушечки. Диаметр 45 сантиметров, бархат, 550 рублей, с пуговицей. Три цвета, а за 400 рублей вот такая, без пуговицы. Продолжая тему щеток, вот такой вот утюжок с ручкой, 250 рублей. И силиконовая тоже за 250 рублей. Такую машину хорошо мыть, не поцарапаешь. В комплект первой щетки можно взять такой вот водосгон, 250 рублей.
и в такую вот щетку ёршик. Она тоже стоит 250 рублей. Комплекты полотенец 400 рублей. Разные цвета, 100% хлопок. Давайте с вами поищем еще информацию. Три штучки в комплекте. Цвета разные наборов. И размер, все, что я нашла, это 50, а насколько не нашла. Турция производитель. Мы с вами смотрели вот такие вот корзины. Есть еще вот такие. Стоят они 1300. Корзина для хранения вещей. Кукурузная веревка и рогоз. $1200 поменьше размер. Девочки, есть тематическая сумка Шопер Хогвартс. Стоит она 350 рублей. Хогвартс и Гриффиндор есть. Успевайте. Вот такая есть еще, но это уже другое. Очень много появилось продажи шапочек осенних, зимних и взрослых. Я вам покажу несколько детских. Мне понравилась вот такая, естественно, с совушкой. Посмотрите, какая она красивая. Как тут мимо пройти, да? По цене она стоит 400 рублей. Вот такая тоже симпатичная. Но кто-то ее уже испачкал. 300 рублей она стоит. Тоже симпатичная девчоночкам. 400 рублей. А вот такая. 400 рублей. Тепленькие шапочки. Например, вот такая. Прям плюшевая-плюшевая. Приятная на ощупь. 500 рублей. И звездочки. Посмотрите, какие тут. Нет, это не звездочки. Все, подумала, звездочки. Это что-то какие-то пятнышки. А вот такая шапочка стоит 300 рублей. 600 рублей. Бутылка спортивная. Для тех, кто занимается спортом и много-много пьет. Сколько здесь, интересно, литров? 2 литра. Есть еще вот такие большие бутылки спортивные. 180 рублей. Два цвета. Алюминий. Девчонки, алюминий. Это то, что нужно. Адидас, ё-моё, 1119 рублей. Адидас совместно с Лего. Вот это классная бутылка, это точно вам говорю. Так, сколько здесь стоят такие подушечки? 1300. В Доммаркет я подешевле брала. Очень хорошие. $300 рублей. Вот такая колобашка для плавания. Блок для йоги. $300 рублей. Для пилатеса. Цвета разные. Смотрите, какой интересный набор. Здесь спонжик и кисточка. $300 рублей. Смотрите, какая прелесть. Это клубничный конфитюр. Стоит он 340 рублей. Купить его можно, мне кажется, даже хотя бы из одной вот этой баночки. Я приобретала такой давным-давно. У меня есть такая баночка. В Ленте брала. Там он стоил рублей 600 тогда. Есть еще персиковый конфитюр. Да, и взяла вот только из-за баночки. Очень она мне прям так нравится. Он стоит 329 рублей персиковый. С удовольствием пользуюсь такой баночкой. Тут шишки. Варенье из сосновых шишек с лимоном. 159 рублей. Отличное средство в сезон простуд. Есть вот такой вот с миндалем в хвойном сиропе, миндаль орехи, 200 рублей. И крем-мед, малышки, баночки, манго, земляника, брусника, 250 рублей. Можно в качестве подарочка взять, да? Согласитесь? Есть еще второй вариант. Цветочный, лесной и майский мед. Тоже 250 рублей. И смотрите, что-то такое интересное. Какие-то макароны, что ли. Из нута. Трубочки.
макаронные изделия из нутовой муки. Да, все правильно. 250 грамм, 189 рублей. Первый раз такой вообще вижу в продаже. А есть из чечевицы, наверное, да? Сейчас проверим с вами. Да, из чечевицы. 250 грамм и также 189 рублей. Вот такие макарошки. На сегодня я с вами попрощаюсь. Спасибо, что были со мной до конца. Очень надеюсь, что мой обзор был для вас полезным и интересным. Не забывайте о лайках, берегите себя и своих близких. И всем до новых встреч. Пока-пока.